Дефект на тепловых сетях в районе вокзала выявили во время проведения здесь гидравлических испытаний. Свищ образовался на так называемой обратке. Вот сегодня теплоэнергетики из Сибирской генерирующей компании приступили к устранению порыва. Включен один жилой дом, будет заменен трубопровод протяженностью до 8 метров. Итоговую длину трубы, которую нужно будет заменить, мы узнаем только после того, как достанем трубу из гильзы. Сеть проходит под дорогой в гильзе тысячки. Один из вопросов, который сегодня волнует многих горожан, это то, что же будет с дорогой, которую отремонтировали буквально недавно по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как пояснили нам специалисты СГК, то дорожное полотно трогать они не будут. Дорожное полотно не пострадает, так как тепловая сеть находится в гильзе. Сейчас, на данный момент, уже отрезали тепловую сеть. Сейчас мы ее вытащим, посмотрим глазами, замерим толщину стенки оборудованием трубы, примем решение, сколько меняем. Это от 1 до 8 метров. После чего обратно в ту же гильзу ставим трубопровод, произведем сварочные работы, запустим сеть. Возраст трубы, которая дала о себе знать, больше 20 лет. Естественно, за несколько десятилетий коммуникации серьезно износились.